Всем привет, меня зовут Карим Би Асма, и сегодня мы будем делать круглые лёды из продуктов всякие. Для начала нам надо взять вот такую вот штуку и тарелку из продуктов. И потом нам надо брать по одному и складывать их вот в эти вот кружочки. Например, банан, клубника или что там называется зеленый, забываю постоянно. Лимон там, этот... Так, и это вот сюда, в принципе. Так, ну и теперь нам надо вот это вот, всех этих кругов наполнить с водой. Я это уже наполнила эти кружочки, посмотрите, как это круто выглядит. Теперь нам надо все поставить в холодильник, так. Ну что ж. Все эти круги уже заморозились, стали лёдом. Теперь настало время их всех вытащить. Так. Может быть, это получится? Ну-ка. Вот, получилось. Так. Ну вот. Мне больше всего интересно, как это вытащить. Так. Боже мой. Ну вот, посмотрите, какие прикольные получились. Боже мой, мне больше всего понравилось вот этот вот прикольный. Ну, вот этот прикольный. Вообще все прикольные, но больше всего мне понравилось вот эти оба. Ну что ж, в принципе, очень круто получилось. Всем советую это попробовать, купить эту штуку прикольную. И попробовать, конечно. Надеюсь, у вас тоже так круто получится, как у нас. Ну и, конечно же, всем пока.